Здравствуйте, уважаемые подписчики и просто зрители моего канала. Хочу предложить вашему вниманию ролик, который я назвал «Херсонес Таврический, Крым». Значит, хочу вам показать материалы, которые я снял этим летом, значит, в августе. Вот видите, число стоит 18.08. В Крыму, в городе Севастополь. Значит, церковь называется Херсонес Таврический. Как раз в это время туда приезжал Путин с визитом. Не знаю, для чего он там был. Может быть, какой-то обряд проводили, не знаю. Значит, сейчас я вам покажу ролик, что я там интересного увидел и наснимал. Но перед этим хочу показать вам, чтобы вы обратили внимание в этом ролике, то, что я удалось мне там, значит, обнаружить. Давайте я вам покажу кое-что. Давайте, значит, я вам покажу. Вот для начала зачитаю. Георгиевский монастырь, Балаклава. Значит, это на мысе Фиолент дело было. Давайте кое-что вам зачитаю. Значит, Балаклавский Свято-Георгиевский монастырь, православный мужской монастырь Симферопольской епархии Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, расположенный в Балаклавском районе Севастополя у побережья Черного моря, рядом с мысом Фиолет. По легенде, монастырь был основан в 891 году таврическими греками-мореплавателями, которых у Фиолента настигла буря. Ну и так далее, и тролливали. Значит, что я вам хотел там показать? Я обнаружил в этом блоке, вот в этом монастыре блоки, какая интересная, значит, у них текстура у этих блоков. И причем, ребята, в ролике далее вы посмотрите, что в Херсонесе Таврическом эти блоки сделаны именно так, ребята, понимаете? Точь-точь, но этот, значит, монастырь построен 1800, там, по-моему, 40 каком-то или в 60 каком-то. Понимаете, но совпадают, блоки прям одинаковые, видно на них, что литье, я вам в своем ролике, значит, там показывал. Перед этим, когда у меня есть там про Свято-Георгиевский этот монастырь. Потом, ребята, обратите еще внимание в ролике. На воротах этого монастыря, значит, Херсонеса Таврического, свастики точно такие же, как они в Капитолии в Соединенных Штатах. Вот прям вот такие вот. Вот именно сделаны вот так. Обратите внимание, значит, в ролике на это дело. На воротах, значит, увидите. Там на воротах прямо они вот такие. И еще, значит, хочу, чтобы вы обратили внимание, это я вам показываю, значит, Капитолий, вот из Яндекса. И потом еще обратите внимание, значит, там рядом, значит, старинный какой-то фундамент. Обратите внимание, ребята, как этот фундамент сделан. Очень интересное дело. Потом, значит, еще сейчас покажу вам кое-что. Так, значит, потом обратите внимание, это, значит, вот камни из Древнего Египта, и из этих пирамид. То есть они тоже сделаны литьем. И обратите внимание, остался след от циновки, что ли, пролаживали там мешковина или чем. В этом Херсонесе Таврическом, вот, ребята, именно точь такие же камни, ну прям точь-точь. И точь-точь с такими же следами, понимаете? Одна технология по всей планете, что в Соединенных Штатах, что в Египте, что в Крыму. Одна цивилизация, свастики, что, я думаю, и эти свастики и в Египте, скорее всего, где-то есть, находятся. Вот такие, значит, камни. Вот все так же само сделано, особенно вот этот вот первый камень, я который вам показал, вот этот. Он ну прямо, ну чуть ли не один к одному сделанный, понимаете?
Есть они там двух видов. Вот такие вот белые камни, значит, там увидите на фундаменте. И еще под гранит тоже там на фундаменте. Цоколь сделан из гранита. И прям точно такая же вот такая фасочка идет. Ну, это просто удивительно. Технология, то есть, одна. Строили по одной и той же технологии, по одним и тем же проектам. Ну, короче, не буду вас долго отвлекать и задерживать. Смотрите на здоровье. Представляю вам ролик «Херсонес Таврический, Крым». Спасибо за внимание. Хорошего вам просмотра. Подписывайтесь на канал. Буду показывать вам много интересных документов. До свидания. Херсонес Таврический. Попали второй день. Это нереально. Вчера Путин приезжал, чтобы прикинуть только Путин. Пойдем. Папа, а? Тут даже на машинах заезжают. Ага. Как классно, да? Папа, что это штука? Не знаю. Это типа Андрей Первозванный, я так думаю. Давай колокол посмотрим. А кто запрещает ходить? Вверх.
Колокол отлит в год 7521 от сотворения мира. Колокол 795 пудов. Донецк сталь. На заводе Донецк сталь. Завод града Донецка. Что-то там Киевский и всея Украины. Равноапостольного. Скульпторы Доценко и Жук. Мастер Самойлов. Доценко и Жук. Мастер Сергей Самойлов. Скульптор. Этот Воронеж. Город Воронеж. 2013 год. Чего? Я совсем... Ничего, ты взять. Смотри. Смотри, как интересно сделано. Сначала блоки идут, потом кирпич, потом опять блоки. И какой-то красный, крошка какая-то красная, то ли кирпичная, то ли глиняная. А это пиленые не кирпичи, а плитка какая-то. А? Рубашки застегните, вы же в святом месте находитесь. Камень вроде как настоящий, да? А вот железо как будто недавно поставили. Угу. Вот смотри, железо, папа, недавно поставили. Ага.
Сметанка. Ой. Ну это уже новодел, да? Мрамор. А ты все чистишь мрамор? Это все чисто сделано из этого камня? Мрамор. Опять смотри, кресты равносторонние. Уже облицовывали. Литье. И прям видите, промаживали циновкой, видать. Потому что в клеточку. Литье, видите, какой интересный состав. Прям как камень. Но это бетон. Это по-любому бетон. Везде видно следы вот такие. Царь Славы. Ты видел, что написано? Царь Славы. Ну что, пошли вовнутрь?
Какие блоки интересные. А? Медная. Угу, медь. И выйдет царь славы. Возьмите врата, князи ваши, и возьмитеся. Ворота. Кто есть сей царь славы? Медный или бронза, или медь. Князь Владимир. Зачем ты берешь? Это кресты равносторонние.
Сева, ничего не трогай. Слышите, служба идет, да? Ну, уж не шею.